И всем привет, ребята, я сегодня с вами поиграем в Loaded Early Rooms. Я не успел сделать полный обзор на обновление IQ, но вышел Hard Mode и Insane Mode. Ну, Insane Mode это просто шуточный мод. А сегодня мы с вами попробуем поиграть в Hard Mode. Я в него попробовал поиграть, я там 10 секунд дошел, посмотрел, ага, ну да. Ну, в общем, погнали. Все. Hard Mode включился. Так, начинаем. Во! Заспавнился кто-то. Не бретон! Не бретон! Не бретончик! Я снова взорвал Неблетона. Ладно. А вот самый главный вопрос, что это за звук? В последний раз, когда я услышал этот звук, я открыл следующую дверь, мне наступил конец. Поэтому я на всякий случай вот сделаю так. На всякий случай просто спрятался. Это мало ли. Тоже было мега какой-то быстрый монстр, просто попался мне и я сдох. Хлеб ёбаная вкуснятина, блин. Ну что это за звук? Так, ладно. Ого! Еще новая комната. Да. Это что такое? Это чё? Альтернативная версия А105. Ну ладно. Он не опасен. Просто альтернативная версия А105. Ой. B40. И какого хрена он тут появляется? Так, ладно. Идем дальше. Ты чё, мразь? А мне решились сразу всех просто спавнить тупо. Просто на нахуй, на нахуй. А, это кто? Тогда еще был. Ладно, видимо, нет. Это какой-то странный B55. По-моему, его меняли. Так, я понял, когда издается звук какой-то, то тогда вспомнится какая-то хрень. Так, кто?
Ага. А, еще кто-то? А, раз, это понятно. Ладно, ждем. Пока ждал, батон съел. Чё-чё. Я! Мразота! А, ты пошел уже. Блин. Ладно. Думаю, пока что встану. Задолбал. Это кто? Это кто фиолетовый? Ладно, секретка. Идем, пока уйдет. Так, он возвращается? Что это такое вообще? Это кто такой? Ладно, можно идти. Кто? Чё? Уйди. Что? Ты что такое? Ты что такое? Ты ушел? Или сейчас заспавнишь, сейчас за меня строишь. Ладно. Да ты задолбал. Понятно. Погнали. Па! Нормально. Он за мной погнался. Мне компанию составить решили. Ты кто? А. Да блин. Да иди нахер, у меня 40. Ладно, похер. Проникать.
Ну и чё он меня выше сделал? Чё это ему дало? А... О, нет! А хотя забей. Ну и кого ты запомнишь? Да не. Реально он тупо этого дивизионера добавил. По-моему, 25. Сейчас узнаем. Да, по-моему. По-моему, да, 25. Ну, похер, поужаем, увидим. Чё, тут шкафчик? А. Смерчик. Так, ну смотрите, если вам уже ничего не видно, то я фонарик. Да, ты испугался. Я не буду здесь это ударить. Не буду. Блять! Куда? Так, ну это да. Это да, сейчас было. Нахер я здесь реально скажу. Так, я так понимаю, больше нету звуков, которые дают нам понять, что кто-то, блять, идет. Да пошел! Там еще 25, где ты, ебаный рот? Так, погнали. Нет. Кто? Какая посуда? Никто? Это кто? Кто нахер? Тики-то. Тики-то. Да вроде не Беатриса. Вроде чей-то другой. Ты кто? Так, вот эти комнаты. Опять эта хрень. Ты кто вообще? Чё за мясная? Да. Пенис мясной. You've reached your limit on talking. Shut the fuck. Спасибо. Thank you.
ты кто? Что за херня? Я такое слышу в любой секции. Так, я не понимаю, что это за херня. Ну, ни хера не делаю. Ну, опять ты? Да иди ты. Ну, да блин. Кто такой? Кто ты такой? Блин! Пошел нахер! Отстань, прошу, прошу. А. Дай пошел нафиг. Пошел нахуй. Ну, вот так вот, ребят, у нас получилось. Рекорд. 78-я дверь. Хардкор. В общем, будем пытаться проходить дальше хардкор. Но уже на следующие дни. Так что давайте, дочки-почки, ждите. Или не ждите.